8-го и Потапчик Полина из 7-го. Бурные аплодисменты! Привет, меня зовут Полина. Я тебе не буду рассказывать о себе, потому что в каждой девочке должна быть загадка, но я тебе дам свою визитку. Танцы, оригами, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Полин, а зачем ты в своей визитке написала так много бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла? Не знаю, как захотелось. Ну, понятно. Много было. Полин, а зачем на красном... Я понимаю, что ты любишь красный цвет, но зачем на красном фоне писать красными буквами? Потому что... Потому что у моего парня должно быть хорошее зрение, не как у старика. Ну понятно. Микрофон говори. А ты знаешь, я тоже, у меня есть тоже визитка. Не вылазь. Скидка на обувь 50%. Ой, это не то. А ты знаешь, когда я вырасту, я хочу построить свою школу акробатики. В твоей визитке написано, что ты умеешь читать. Как это тебе поможет? Это мне поможет тем, что я смогу читать мелкий шрифт в документах. А где ты возьмешь столько денег на постройку школы акробатики? А зачем мне деньги? Я построю школу из лего! А где ты возьмешь столько лего? А я его сделаю из бумаги, ведь я тоже люблю оригами! Матвей, в твоей визитке написано, что ты любишь волков. Почему? Потому что у них очень красивый окрас, и мне их жалко, потому что все говорят, что они злые. Конечно, все. Все называют их злые, потому что они хищники, и они кусаются. Ну и что? Я ведь тоже хищник, но я же не кусаюсь. Матвей, а ты любишь клоунов? Клоунов не люблю, но люблю фильм «Оно». Я тоже люблю фильм. Пойдем посмотрим вместе. Конечно, посмотрим, только после того, как выиграем на конкурсе «Мистер и мисс». Замечательная фамилия Хвалько, поэтому он любит, наверное, когда его хвалят, да? Любишь? Честно. Да, мне это нравится. Давайте его похвалим. Какой он? От второго отряда мальчишек нет? Какой он? Красивый. Еще, пожалуйста. Еще. Какой? Ты лучше всех. Еще. Спасибо. Крутой. Еще. Самый-самый. Красавчик. Тебе нравится? Ему нравится. Спасибо. Спасибо. Смотрите, какой он еще и воспитанный. Ну а Полина у нас, как оказалось, очень скромная. Поэтому давайте ее поддержим бурными аплодисментами. Полиночка, у тебя все получается? Не волнуйся, хорошо? Все здорово. Итак, аплодисменты паре из 7-го и 8-го отряда.